Здравствуйте, друзья. Аттракцион неслыханной щедрости. Семье мобилизованного подвели электричество. Два дома, две семьи, практически соседи. В обеих весной этого года мужчины отправились в зону СВО. Буквально месяц назад в обеих семьях вновь произошли одинаковые события. В их домах появилось долгожданное электричество. Россия, 21 век. Людям подключили электричество. Вот это я понимаю счастье. Теперь в доме тихо, можно включить все электроприборы и бытовую технику. И не на 2 часа, как месяц назад. Ступеньки деревянные дед привез, когда освобождал Прагу. Строительные блоки батя притащил домой из Чечни. Второй этаж прессованной опилки старший брат украл в 2008 году в Грузии. А электричество появилось благодаря войне в Украине. Весной этого года муж Татьяны отправился на спецоперацию. В мае подписал контракт с Минобороны. Мы этому очень-очень рады. Теперь у нас полная цивилизация. Цивилизация в понимании Татьяны – это когда твой муж едет убивать ни в чем невинных людей. А Татьяне за это подвели электричество. В следующем году будет решен еще один вопрос. Весной в новом микрорайоне в Подгорном начнется обустройство дорог. А дороги еще будут строить? Ничего себе. Видимо, муж на оккупированной территории асфальтную крошку нашел. Освободитель рассказывает, что почти все они воюют за деньги. Воевать не хотят, потому что они знают, не на нас напали, а мы напали. Все из-за деньги воюют. 90%, я уверен, все воюют из-за деньги. Пришли не воевать, а получать свои хотя бы. Прокормить свои семьи. Что я? Мне 60 лет. Что я сделал в этом свете? Ни квартиры, ни дома. Всю жизнь буду жить. Но вас-то могли убить? Да, я этого хотел, хотя бы они получили. Если так было бы, это была бы моя мечта. Моя мечта – умереть, чтобы семья моя не умерла с голоду. Сын вырастет, тоже поедет на войну, чтобы его семья не умерла с голоду. А потом и внук мой тоже пойдет на войну. И остановит это только Валера Залужный. Спасибо внимательному подписчику, который объяснил, куда пропали остальные американские пенсионеры. Оказывается, вот они все. В Саратове на Театральной площади стоят в очереди. На морозе, чтобы купить яйца дешевле, чем в магазине. Маленький газель, а вот там большой. Да, маленькой газели на всю Америку не хватит. Подумать надо было 2 раза, прежде чем вводить эти ваши санкции. Владивосток. Бесплатная раздача зимней одежды. Да, вот так вот. Самая богатая природными ископаемыми страна мира. А ходили бы на выборы с таким же энтузиазмом, то не пришлось бы донашивать после кого-то одежду. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Gordon Shop мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Gordon Shop – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в «Гордон Шоп», покупайте мой мерч и приближайте победу Украины.
сегодня придумала. Шикарная идея. Периодически сам пользуюсь. По данным Министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск приняты на военную службу более 452 тысяч человек. Внешние признаки пьющего человека. Лицо краснеет, кожа покрывается прыщами и сыпью. Страдает область под глазами, образуются так называемые мешки. Лицо приобретает странное выражение, всегда слегка удивленное. Чрезмерно расслабляются мышцы рта и напрягается лоб. Одно из частых последствий запоев – это гиперемия или покраснение склеры глаз. Из-за внутричерепного давления сосуды лопаются, глазное яблоко приобретает красноватый оттенок. Не человек, а ходячая энциклопедия. Пермский край. Дом, который отремонтировали по аналогов нет технологии. Как вот здесь все хорошо сделано. Я когда дальше пройду. Каком подъездом? Вот оно все так в таком убогом состоянии. Непонятно как. Все висит, все болтается. Соответственно, там дальше все это тоже. Вон там вот, вот такие вот провисы. И так вот все, что попало, вот лежит. Как ремонт-то так сделано? Капитальный ремонт. Называй. Вот эти вот волшебные опоры для этих труб. Проволока. Не, ну как так можно? Понятно же, что без синей изоленты держаться не будет. Москва. Станция Рабочий поселок. Не, станция Рабочий поселок, название явно не актуальное. Предлагаю переименовать в станцию прощенных африканских долгов. А по телевизору говорят, вытащил страну из 90-х. Вытащил, набрал воздуха и втащил по самые помидоры. В городе стали пропадать знаки пешеходный переход. Куда же они делись? Готовься ехать. Шикарные лопаты. Согласен, лопаты шикарные. Даже у Илона Маска нет таких инновационных лопат.